Заявление представителей так называемой ДНР о том, что украинская сторона срывает отвод тяжелого вооружения – провокация. Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО и сообщили, что за последние сутки зафиксировали 35 обстрелов со стороны боевиков. Ранен один украинский военный. Самые горячие точки – Мариупольское направление и Авдеевская промзона. Репортаж Геннадия Вивденко. Днем в промзоне под Авдеевкой не прекращается стрельба. Украинские военные запасаются патронами. Время от времени прилетают снаряды из гранатометов с той стороны. Это тактика такая, боягузлива, навязчивая, чтобы показать с той стороны картинку, что ніби вот украинские збройні силы пробуют насыпать невинным шахтерам. И они ведут ответ. Ну, мы на такие провокации не велися. Еще позавчера по позициям украинских военных палили вражеские танки, разрушили часть стен, ангаров. Сегодня наши бойцы только слышали, как технику прогревают. Говорят, ждут гостей вечером. Это один из пунктов Минских договоренностей. 120-миллиметровый запчастина от града. Прилетел мне в будинок. Это также 122-миллиметровый САУ. Маленький осколочек. Два дня назад погиб от пули снайпера военнослужащий с позывным «Прометей». Бойцы не расслабляются. Мы договоренности соблюдаем, как говорят, и на провокации не ведемся. Так бы даром не стреляли. А это что? Это с их стороны пустили. А нам приходится отвечать. Вот, потому что, чтобы не молчать, это сам. Потому что будем молчать, вот, они будут еще больше баловаться. Здесь уже почти весна. Снег с крыши бывшего донецкого шиноремонтного завода водой стекает вниз. На фронте оттепель, морозы сменились теплом. Заявляется о том, что бои стихают. Однако буквально только что закончился обстрел со стороны боевиков в районе промзоны под Авдеевкой. По риторике той стороны, что говорили их речники, было зрозуміло, что мы взагалі вогонь по ним не ведем. Дійсно, от них вчера мы чули так само тут, в этом районе, были лише РПГ-розриви. Десь приблизно, напевно, до району обіду така ситуація зберігалась. По данным штаба АТО, в районе Авдеевки враг понес большие потери и провел ротацию войск. Противник сейчас боится переходить к решительным атакам, однако обстреливает военных при первой же возможности. Геннадий Вивденко, Вадим Ривун и Игорь Щепет. Подробности телеканала Интер из Донецкой области.